Народ, привет. Ну что, находимся мы сейчас в центре Bus Station Элянь, ну то есть центральный вокзал автобуса в Элянь, и покажем вам, как можно запросто добраться в Дубай. Ну посмотрим, запросто и нет, потому что недавно в Дубае были ливни. Мы вообще думали, может, рейсов нет. Нам нужно сгонять в Дубай на пару часиков, и вот такой у нас вокзал. Честно, боялись, то и билетов не будет, или много людей, потому что много рейсов было отменено. Конечно, вы это видео уже попозже увидите, после Кении, но вот такой вокзал приличный, большой. А когда-то мы отсюда ездили, было просто какая-то там, чуть ли вот не стоял автобус, заходил сразу и платил, и сидел там. И что-то было такое там, лет 8. Там еще когда, наверное, ты еще не приехала, тогда мы еще с Андреем, ну, еще один друг здесь был с нами, и тогда просто была какая-то стояночка такая, чуть ли не остановка. А сейчас такой вокзал отгрохали. Не, ну, классно, классно. Если посидеть, есть туалет вон за нами, туалет. Очень приличный, кстати. Так что проезд стоит 25 дирхам в одну сторону. И класть нужно на карточку. Сейчас покажу карточку. Карточка дубайская, РТА. Кто был в Дубае, знает. Вы пользуетесь метро, вы пользуетесь в общественном транспорте. Да. Вот. И даже на катере, по-моему, когда мы ехали в Фестивал Сити, тоже, по-моему, карточка, да, карточка прокатывала. Вот. 25 дирхам в одну сторону. Это прилично. Ну, 2 часа ехать. Вот единственное, что раньше были маленькие автобусики, они были прикольные, теплые, а большие автобусы, они такие холодные, когда мы ехали в последние разы, просто мы даже с тобой курток набрали, несмотря на то, что жарко. Ну, в общем, будем вам все показывать, рассказывать, все, ставьте лайки, вы с нами, поехали в Дубай. Наташа здесь позвали, построили, вон там линия мужчин, линия женщин, мы в линии женщин стоим, естественно, ну, опоздание пока на 25 минут, ну, так вот, интересно. Опаздывает, потому что, наверное, из этих пробочек в Дубае. Вот автобус красненький, водитель зашел, показал заходить. Сначала женщины, естественно, пойдут, а потом уже мужчины. Вот к такой штучке прикладывает. Нужно карточкой пик-пик, и потом заходим уже в автобус. То есть мы давно не делали? Да, давно мы этого не делали. Ну что, вот мы уже в автобусе, смотрите, какой полненький. Сначала садят женщин, и семьи. Да, женщины семьи, то есть, ну, если вы с мужем едете, тоже вас спасают вместе, вон там дальше уже ребята. У нас такой он полненький, автобус прохладный, дует. Наташа уже, смотрите, лето, курточку, очень можно замерзнуть и приехать в Дубай уже заболевшим. Ну, все, пожелайте нам приятного пути, вы с нами. Теплые вещички. И мы так хорошо спали полтора часа. Сейчас уже Дубай, уже интересно разглядывать небоскребы. Ой, красота. Интересно, это водичка после этого ливня. То уже ехали, не успела вам камеру включить. Было пару таких затоплений, машины стояли там. Просто очень быстро проехали. Ну вот он, красавец Дубай. Такая красота, все, прям врываемся с вами в утренний Дубай. Привет, друзья, вышли раньше, здесь остановка на Max Station, то есть нам ближе до метро. Вот наш автобусик до Эль-Губейба не доехали. Вот красота такая дубайская уже видно. О, любимый испанский небоскреб. Все, сейчас пойдем в метро и по делам. Ну вот как за 2 часа доехать в Дубай за 5 долларов. Сейчас спакуемся, Наташа курточки спала, и все. И вперед в метро. Все, народ, уже в метро зашли. Помним, что есть, да, такие розовые вагоны для женщин и детей. Поезд приезжает. Все, уже садимся и заходим. Ну, а, друзья, смотрите, как мы стали прям первые. И даже эти места были свободны. Обычно здесь куча людей стоит. Ну, прокатимся с вами сейчас. Поехали. Надеюсь, вам видно, потому что нам солнце. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Center Point. المحطة القادمة هي Bank Abu Dhabi Tijari. The final destination of this train is Center Point.
The next station is ADCB. И видео есть, вообще шикарно, там пол прозрачный, страшно ходить. Ну вот такая красота. Быстренько уже доехали до другой станции. ADCB. Друзья, привет! Ну что, дела наши мы уже закончили. Сейчас куда мы можем пойти, когда жарко в Дубае? Конечно же, в Дубае молл. Большое видео уже было, оставлю в описании. Вот такой красочный длинный переход. Ну и, конечно же, покажем вам что-нибудь в Дубае молле, как он изменился, интересно. Изменился ли вообще? Ну, изменился. Честно сказать, в прошлый раз мы там вообще в масках были. Когда мы были в Дубае молле, мы были в масках. Сейчас столько видео есть, и духи там мы нюхали, Джунаид. И много всего покупали. Ну, в общем, сейчас просто, да? Все, сейчас просто идем в Дубай Молл, и еще надеемся там встретить нашу подружку Маху. Это сюрприз. Помните Маху, да, у нас там были прикольные видео, как нас и из Зары выгнали. Мы вкусные пироженки ели, тоже оставлю в описании. И мы привезли ей подарки еще из Польши, из Кении, еще с прошлого года. Но никак не могли встретиться, она даже смеется, мы уже... Уже решили заехать, как бы, отдать подарки, увидеться. Ну, приятно, прикольно. Все, вы с нами, мы пошли вперед. Дубай Молл. Ну, только что шли, никого не было вообще. А сейчас просто вот толпа людей. Вон сзади, посмотрите, просто толпы. Только вообще, что все на смену идут или что, сейчас час дня. Просто толпы вообще. Да. Мы еще все сами идем, уже минут 15 идем, просто снимали немножко и вам, и на шорты, тоже вам, и нам, как на память. И уже людей так просто много. Ну да, уже вон, о, Бурж-Халифа, красота какая. Вот, шикарный вид. Вот. И просто целая куча народа. Целая куча народа вообще. Смотрите просто. Ой, красота. Соскучились мы по Дубаю. Хорошо, что появился момент просто сюда заехать. О. Завернули, кстати, со входа. Не прямо пошли, а завернули вправо. Здесь вся эта парфюмерия, все бутики. Это первый раз этого входа заходим. Сколько? Я уже 9 лет в Эмиратах. С этого входа я еще не заходила. Вот что ты хочешь? Туда, мы туда пойдем. Там в туалеты где красивые, туда пойдем. В красивые туалеты? Ну, если найдем красоты. А классно сделано вообще. Ну, сейчас глянем. Это вот такой вот, тут сразу такая стрелочка была. Эрмесы и все остальные. Ой, как ладно. Бренды, парфюмы. Это что такое? Кто-то взял голову бедного этого юникорна. Как оно будет? Как он будет, извините, на... Козерог нет. Почти. Посмотри, да. Сделали. Забыли мы это слово. Боже, дивись, отжимал есть даже. Ты посмотри. И отжимал. А, это все отжимал? Ага, вот. Красивая уже парфюмерия есть. Много всего. Смотрите просто вот. Бутики, мало, бутики, поэтому... да. А давайте еще вон посмотрим, что еще в моле есть. Вы же с нами гуляете. Вот какая-то клиника есть. Единорог. О, вспомнила, а то, блин. Козерог, юникор. Ну вот он. Давайте с вами понаблюдаем, друзья. Вот он какой. Вот он какой Дубай Молл. Ёлки, мы здесь реально 2 года не были. Вот. Такое произведение искусства. Один из самых больших и интересных моллов мира, в принципе.
Вот и мы с вами здесь. Да-да, что-то интересное посмотрим сегодня обязательно. Ну, конечно, Таша в парфюмы завернула. Кстати, Жардин де Парфам мы показывали в каком-то, по-моему, шорте, который где-то был давно у меня на канале Дзен, но потом я Дзен закрыла. Вот такие очень прикольные такие ниточки. Извините, я тут с круассаном. Вот. Это вот, знаете, это блоттер такой. Смотрите, какой шикарный блоттер. Какой же он красивый, очень вкусно пахнет. Вот здесь очень много, видите, и Black Mousse есть, и Royal Purple какой-то, и Mellow Yellow, прикольное название. Вот. Ароматы интересные, такой с акцентом на Европу, Франция. Вот такое оформление, кстати, классные бабочки такие. И девочка очень контактная, прикольный продавец очень. Наташа, что нюхаешь, расскажи. Я уже 4 нюхаю. 4 это нюхаешь, надо же записывать, что это. Пейпер, бачили? Что-то там еще. Варитести. Да, слушайте, такой вкус. Мне нравится, у них очень это классные. Да, я тоже показала. Такие как блоттеры просто вообще, ну смотрите. Как ленты, ленты. Как думать можно. Thank you, have a nice day. Окей, еще. Ну что, попали мы, конечно, во все эти вот бутики, парфюмы. Он, вон Эрмес, Наташа, прямо вон. Где? Вон. Нет, ну это не тот. Это не тот, потому что здесь два Эрмеса, и наша Маха работает в одном из них. Немножко запутается. Вон Дольче Габбана есть, Гуччи, все бренды, красота. А эта вот штучка, кстати, вот напоминает ДНК, да, такое? Ой, машинки по молу, кого подвести надо, кого подвести. Давайте там посмотрим, что там находится. О, красота, красота. Местные ходят, гуляют, сегодня суббота. Мы рады, что уже решили все дела. И сейчас просто гуляем с вами по классному месту. Здесь прохладно, хорошо, не жарко. Ну вот, Dior и все остальные. Шанели. Вот такая красота. Кто устал, можно сесть посидеть. Тоже вариантик хороший. Ну что, друзья, немножко мы потерялись в этой бутиковой зоне. Очень красивые, уже и переливаются, если видите, раз. Ну, не разными цветами, а просто включили попереливаться эту ДНК, как я ее называю. Смотрите, какую штучку мы нашли еще. Не знаю, что это такое вообще. Пишите в комментах, если знаете. Я уже сфоткалась. Что такие прикольные шарики. Не знаю, интересно. Это, наверное, финишная ДНК. Мы на нее вышли. Очень много всех бутиков, разбегаются глаза просто. Класс вообще. Ну, кстати, первый раз вот в такой вот конкретной вот зоне гуляем, да? Обычно мы в других магазинах. Так, когда завернули направо, и вот уже все интересно. И вот оно счастье. Да. И ничего не нужно. Да. Так, друзья, повернули буквально направо головы. Уже какая-то другая красота. Оу, Nike. Вижу эмблему Nike. Чувствую, там застряну. О, класс. О, вот такое. Знаете, а вот в камеру видно, что оно мигает так жестко. На самом деле оно просто немножко вот болтается и не мигает. Потому что если бы... Даша, посмотри, как в камере оно отражается. Ну, да, будет у людей была бы эпилепсия. Ну вот, кафешечки, Армани кафе. Ты совсем неплохо, очень даже интересно. Всякие такие развлекухи классные. Ох, Дубай. Дубай все еще умеет удивить. Вот это да, вот это да. Классно. Народ, зашли в Nike. Что мы здесь увидели? Нет, не кроссовки. А классный вид, вот это да. Смотрите. Это класс. Вот это они себе красивый кусочек отхватили территории. Дубайские фонтаны мы с вами смотрели. Еще я вам полностью видео выложила на какое-то Рождество там. Потеряла монетизацию, но ничего страшного. Так что красота какая, смотрите, просто это вообще, это чудо, что Nike так просто выходит на дубайские фонтаны. Здорово! А мы после таких шикарных видов фонтанов и магазина Nike вот такого паучка увидели, смотрите, Наташа увидела. Что это такое здоровое, спайдер-паук? Ну, развлекаловка какая-то, понятно. Что автор этим хотел сказать? Короче, делайте скриншот, народ, и переводите. Какой-то архаик фир, какой-то вопросы по этого, по страху, наверное, те, кто боится пауков. Мой страх 296, да? Да, твой страх такой-то. Машинки. Им нравятся эти кабриолетики маленькие. Дубай Молли. Класс. Мы немножко запутались, даже уже не видим, где Эрмес.
Все, мы уже так далеко зашли за линию, что Эрмеса уже и не видно. Там что-то Дубай уже нас каким-то джентльмонстер. Это не монстр джентльмен, это гигантский монстр на самом деле. Что это такое вообще? Сказали не трогать, но я и не собиралась. Смотрите, как он просто двигает ручками, ножками. Взагалі-то це магазиночку, так окулярики. Ну, так привлекают, прикольно. Я думала, вона живая. Да, интересно. Страшно. А вон еще какая-то штука. О, да. Еще попало? Да. Прикольно, прикольно. Ну, идем дальше, идем вперед. Все на шопинге, столько людей уже повыходило, прикольно. Так что гуляем, смотрим. Ну, идем. Ну, мы никак не можем Эрмес найти. О, прикольно. Уже нам уже рассказали, где. Мы все равно кружляем. То есть в Дубае моли потеряться, это как вообще, это на раз-два. Ну что, обещали вам дорогой туалет показать. Вот, я не знаю, для чего вообще. Вот, смотрите, какая красота. Ой-ой-ой, красота. Всякие такие камни типа под Сваровски. Смотрите, какое туалетище. Красиво как. Друзья мои, вот мы вам показать этот богатый туалет. Ну, унитазы такие вроде как обычные. О, ну вообще прикольно. Реально в каком-то дорогом отеле будто такая прям утварь вся стоит. Прям вообще красота. Смотрите, Dior, какой прикольный магазин. А, мигает, правда, вам, извините. Вообще оно тут вроде как и не дергается. Красиво. Ух ты! Красиво. Вообще. Слушайте, ну вот она бутиковая зона вообще интересная. Называется Fashion Avenue Dubai Mall. Угу. Так, намигали вам. Идем дальше. Наташа говорит, Элисап. Очень такой крутой магазин, да? Здесь платья какие-то супер-супер интересные. Ну давайте посмотрим, оценим. Наташа говорит, что просто внутри снимать не дадут. Ну, витрины интересные, конечно. Жилеточка, платьишко, такой топичек, узорчики. Ну давайте пройдемся. Ага, ну. Красота. Вот мы уже внизу этой ДНК. Помните, мы там наверху гуляли. А вот такое сердце красивое. Вот уже дольше губана нюхаем. Наташка, вкусно. Зашли в Эрмес, но не топ. Ма, хочу дальше. А он, кстати, очень интересный. С оранж классом и ванила. И это засахаренный цитрус. Вот бываете вот эти вот. В общем, рекомендуете, да? Очень. Еще раз, какое название можете сказать? Devotion Dolce & Gabbana. Да. Ну, это Наташа. Преданность. Свое четкое мнение. Ну, пока я не... Я-то не понимаю аромат. Надо, надо час погулять, походить. Они, знаете, такие интенс. А потом поняли. Да, они интенс. Они такие насыщенные, они очень вкусные, я сладкие. Я не слышала. Да, и у нас классный промоушен. Он идет в сети. Там 50 ml travel size подарок. Еще косметичка. И сколько, и цена какая? 672. 672 дирхама. Это хорошая цена. Ну, прикольно для Диора вообще. Да не Диор. Дольче Габбана, смотри. Для Диора, да. Туда Наташа специалистка по парфюмерии, я так не очень. Ну, идем, давай. Ну, приглашают, идемте. Давайте, если со мной снимать можно. Ага, вот такая это вот. 10 миллилитров, да? 50. Это 15. А, 15. 15, да, вы можете брать, а это 100 ml. Он перезаполняется, чини? Нет, он не рефил. И вот такие вот есть, смотрите, какие варианты. Так, еще раз, с Dolce & Gabbana, да? Ты уже Диором обозвала это. Ну, хоть вы посмеялись. Девочка, наверное, из Казахстана. Интересно. Еще идет сайз. Шикарно. А вы откуда? Да. А я так и сказала, я девочка. А вы? Да, мы из Украины. Очень приятно. Нам тоже. Вы отдыхаете? Не, мы работаем здесь. Мы сейчас идем к человеку. В гости. В гости. В гости по делам. Потому что классически я уже, конечно, перегорела, ну, уже до состояния так, просто Наташа я. Вот это классно. Загрузила Гульмир, мы познакомились с ней. Прекрасная девушка, здесь интересный клетер. Продавец такой. Вот. Очень ароматный. Что а это такое? Что правильно? Такое это пробуешь? Называется просто Light Blue. Inner Vibes. Ну, слушай, прикольное что-то. Inner Vibes. Это не океан, не море, что-то вот такое вот морское. Да, это сицилийский,
Морское, морское, классное, слушайте. А сколько такая бутылочка стоит? Ну, 600. 600, да. Здесь 100 мл. Да, здесь Эде де Парфюм. Это парфюм. Он очень вкусный. Прикольно. Очень ароматный. А вот этот можно познакомиться с этим? Можно, да. Вот это, ну, это такая старенькая. А я не знаю. Да. Мне кажется, я каким-то вот... Вот это брызгал. Новинка тоже. Но здесь, а смотри, это разные? Здесь... А чем да, это еще? А я думала, это просто это парфюм, флаконы. А вот это туалетная вода. Понятно, они по-любому будут разные. Кстати, вот это. Ну, это прототип. Вот это новинка, а вот это вот, как сказать, оригинал. А это что? Ну, поделись. Это легче, как-то проще на фоне вот, вот да, этого. Вот это Брайт. Да, вот это вот такая цена. А вот это вот такая же цена? Вот это, вот это беленького? Да, они все по, примерно по одной цене. Ага. Я могу сейчас точно знать. Вот это Eau de Parfum, да? Eau de Parfum. А вот это Eau de Toilette. Здесь он более фруктовый, здесь персик. Ну, мне этот парфюм очень нравится. Прикольный такой запах вообще. Я вот на фоне этого уже не слышу этого. Нормально? Интересный. И, если честно, как бы вам, если нужны хорошие парфюмы, хорошая консультация, заходите возле Bloomingdale. Прекрасный магазин Dolce & Gabbana. На этот раз я не перепутала. И продавщица Гульмира из Казахстана. У нас много подписчиков из Казахстана, много. Классно. На оригинал, да, своего родителя. Это прототип, это прототип. А вот это не похоже, это не похоже. Брызгали. Тоже вот они, как бы сказать, из, вот это оригинал, а вот это уже второй его, вот это, второй его. Вот этот самый, ну, пока не, вот этот самый. Пожалуйста, еще один раз нашли Маху. Ставьте лайки. А, Маха такой человек, что да, может плакать. Смотрите, какая галерея прикольная. Боже! Ну, бачиш, это... Вот так вот встречают нас в галерее Лафайет. Привет! Сидим, беседуем с Махой. Так долго ее не видели. Сейчас покажу вам, где она стоит. Оказывается, она в этих всех трех местах работает. Сегодня в двух мы побывали уже. Не нашли ее. И, наконец, нам подсказали, что она в этом галерее Лафайет. Какая красивая бутылочка с арабской вязью. В прошлый раз мы просили разрешения снимать, когда продавец Татьяна из Казахстана нам показывала парфюмерию и рассказывала, по-моему, про эти вот бутылочки. Вот. И тоже оставлю видео в описании, посмотрите, интересно. Вот. Сидим, беседуем, как в старые добрые времена, когда еще особенно даже этого вируса не было. Гермес вообще, конечно, красивая, дорогая, отличная парфюмерия. И всякие мейкапчики. А это я. Привет. Что это такое? Посмотри, какие собаки. Посмотри, мопсики это. I hope it's just a standing. Это же галстук этого, но, да? На Эрмеса. Хотя у них эти лошадки, а тут вот эти собачки. Интересно форму одевают. Помните, там фенечка была на ботиночке. Маха это предложила, и очень даже это зашло ее супервайзер. Это, по-моему, эти вот шорты мы вам делали про эти ароматы. Наташ, это this? Ну, это новый. It's new one. We just make shorts last month about. Он говорит, а мне не нравится он. Да, какой-то мы уже в Кении видели. Не помню, мы вам шорты, наверное, уже сняли. И вот Наташе этот понравился новый в нашем Джимми Молле в Ляйне. Вот смотрите, какая здесь красота. Ну, вот эти разноцветные бутылочки. Я могу только предполагать, что какие относятся, наверное, к океану и унисексу, а эти более цветочные. Эти все твили с прикольными фенечками. Вот такой он даже есть, Де Марвалис, который она купила в Кении в Duty Free. Вот так вот. Такая красота. Девчонки сидят, вот такая большая галерея Lafayette. Здесь много-много-много брендов. Просто вот класс. Так что вот такое у нас сегодня приключение. Приехали, закончили дело,
быстро в метро, в Дубай Молл. Посмотрели с вами это шикарное бутик-авеню и к Махе быстро. Смотрите, какой Чайнатаун теперь есть в Дубае Молле. Раньше его не видели. О, вообще! Вот это мы завернули. Какая красота! Вот это да. Вышли мы от Махи. О, Сакура, смотри, что. Вот с подарочком. Эрмесик. Класс. Вот это да. Хотим просто перекусить чуть-чуть. И вот такой вот Чайнатаун нас встретил. Неожиданно. Заканчиваем мы наше видео прекрасной стеной с пловцами, которую обязательно стоит увидеть, когда вы находитесь в Дубае. Да, Наташа? Я устала, Дника. Это что? Надо что говорить, да? Заканчиваем. Все, устали. Сейчас пора отправляться и ехать в Алянь. Всем пока.